За каждый рубль буду спрашивать сполна. Слышишь? Это как понимать? Если объект сказали в первом сетевере, он должен быть. И мне не волнуют никакие отмазки ваши. Показать, потом раз убежать. В чем проблема? Это ваше конкретное управленческое решение. Мы пожали друг другу руки. Я приехал на открытие, где ленточка, где радостные лица. Вы участвуете в соответствующих контрактных обязательствах и плюете мне в душу. В лицо. Слово дал, слово взял. Нормально это? Вообще не нормально. Почему? Когда стать? Значит, объяснение в камеру, извинения и дата. Я Владимиров Игорь Владимирович. Обещаю сдать ФОП по улице Баумана 2 октября 2020 года. Если не будет этой даты, я вас больше не вижу. Ни на территории Иркутской области, ни в городе Иркутске. Пока настроение у меня плохое. Усилить все рабочие специальности, которых у вас тут не хватает. Не обращение на Болотова, круглосуточный режим работы. Другого варианта не будет. Есть проблемы, которые до сих пор не решены. А это его проблема. Правильно я говорю?